Необъятных просторах казахстанской целины из года в год разворачивается сражение за большой хлеб. Возрастающая роль в этой битве принадлежит воздушным земледельцам. Миллионы гектаров пашни пропалывают, подкармливают, защищают от вредителей и даже засевают самолеты, крылатые помощники тружеников села. Перед сельским хозяйством стоят новые рубежи. В предстоящем сельскохозяйственном году возрастут масштабы работ, многое предстоит и авиаторам в агрохимической обработке полей. Авиационная техника примерно в 15-17 раз производительнее наземной. Применение авиации полностью исключает повреждения растений, сокращает трудоемкие операции. Казахское управление гражданской авиации в своем развитии вышло на передовые рубежи. На совещание, посвященное всесторонней организации авиахимработ в Казахстане, прибыл министр гражданской авиации СССР, прославленный пилот Борис Павлович Пугаев. И сразу оживленные деловые беседы с начальником казахского управления гражданской авиации, заслуженным пилотом СССР Николаем Алексеевичем Кузнецовым, секретарем ЦК Компартии Казахстана Мирошкиным, заведующим отделом транспорта и связи ЦК Компартии Казахстана Жуковым, специалистами Аэрофлота. Авиации перевооружаются лайнерами нового поколения различных типов. Сегодня авиация проникает во все сферы общественной жизни страны. И главным направлением деятельности этого сложного, многофункционального организма является создание максимальных удобств для людей. В этой благодарной деятельности Аэрофлот прочно занимает ведущее место, служит примером. За последние годы неузнаваемо изменился облик авиапредприятий Казахстана. Здесь все удобства и для пассажиров, и экипажей самолетов. Быстрота, комфорт, современные технические средства. Алматинский аэропорт – один из красивейших аэропортов Союза. В столице и областных центрах республики построены новые гостиницы и аэровокзалы. Они радуют современным архитектурным обликом, обеспечивают эффективное обслуживание непрерывно возрастающего грузопассажирского потока. Обслужить 1200 пассажиров в час.
В беседе идет обсуждение проблемных вопросов дальнейшего развития гражданской авиации в Казахстане. Министра гражданской авиации СССР Бориса Павловича Бугаева встречает первый секретарь Кокчетавского обкома партии товарищ Куанышев, руководители области, авиаторы. Осмотрел комплекс нового аэропорта Кокчетав и дал высокую оценку его архитектурному решению, качеству исполнения. Опытный глаз руководителя советской авиации отмечает и недостатки, и возможности дальнейшего совершенствования организации всех служб. Семинар совещания, посвященный дальнейшему улучшению работы авиации в сельском хозяйстве, состоялся в Кокчетаве. На совещании выступали руководители авиационных предприятий и служб, партийные руководители, командиры лучших экипажей. Намечены четкие деловые планы конкретных мероприятий. Министр гражданской авиации товарищ Бугаев напутствовал крылатых хлеборобов Целины. Предстоит развернуть социалистическое соревнование между экипажами и совхозами и колхозами. Построить и оборудовать сеть полевых аэродромов с твердым покрытием в непосредственной близости к обрабатываемым полям. Организовать оперативное обслуживание самолетов, обеспечить неукоснительное соблюдение авиаторами требований агротехнического качества обработки. Только в 1978 году с воздуха обработано 16,5 миллионов гектаров с высоким качеством работ. Более 800 самолетов участвовало в авиационно-прополочных работах. Сотни самолетов обрабатывали посевы риса и хлопчатника. Миллиардом пудов хлеба, есть немалая доля труда авиаторов, воздушных земледельцев нашей Родины.